Всем привет, вы на канале Tempo of Play, на связи Игорь, продолжаем играть в Mass Effect Legendary Edition. Часть первая, которая по заданию нам нужно будет отправиться сейчас в новую, на новую галактику, новую планету и так далее. Найти нам нужно будет медика, который будет в нашей компании на выбор. Это огромная космическая станция, предварительно построена давно, еще не раз СПТ. А, да, знаем мы такое. Цитадель, так. Тут больше кроме цитадели ничего нету. Вдова. Так, в этой галактике у нас какие-то есть планетки, но тоже ничего нету. Туманная змея. Цитадель находится. А нам нужно отправиться на Тау Артемиды. Лиару. Лиара будет в нашей компании. Тут много чего еще есть. Ну, еще появится. Эхо Хокинга, предел Кеплера, туманность Амстронга, Феррес потом отправимся. Скопление Вояджера, Гамаида, Сигма Близнецов, Ро Аргуса, Туманность Конская Голова, Скопление Исхода. Ну, в общем, сюда. А здесь что у нас? Астероид X57. Ну, давай на астероид отправимся по пути и посмотрим, да, там, что там на астероиде. Утопия. Отсканируем, может быть, что-нибудь там на нем есть. Астероид Терранова Тир. Чё ты нас там на астероид-то пытаешься? Ну, если хотите, можете почитать. На паузу поставить. А чё там приземлиться? Что там на нем есть, на этом астероиде? Интересненько. Тебя... тебя. Может третьего взять? Нет, третьего, к сожалению, нельзя взять. Если, в принципе, неплохо боевые умения у нее. У Талии технические, а вот биотические. То есть мне надо какие-нибудь биотические технологии. Статус. Сенсоры подтверждают, что астероид X57 осуществляет движение посредством трех реактивных двигателей. На данном уровне ускорения столкновение астероида с планетой Терра-Нова произойдет примерно через 4 часа. Анализ. Остановка ускорения возможна при деактивации реактивных двигателей. Эй, прием! Я получила ваше сообщение. Вы меня слышите? Меня еще не обнаружили, но долго говорить я не могу. Прошу вас, отключите двигатели, иначе мы все умрем. Боже, надеюсь, вы меня услышали. Ну, типа того, мы услышали. Я же забыл, что здесь как. Ушко даже есть. Ускорение. Пушка. Пушка.
О, даже там есть. Готово. Уничтожим. По-моему, все, да? Теперь можно спокойно сюда зайти. Что такое? Не. А как выйти-то? На Нормандию. Как из него вылазить? Я уже иду. Все ясно. Вылазить на клавишу Q. Так, мы зашли, а тут уже... Да, и он здесь прыгать не умеет. Реактивный двигатель. Здравствуйте, четырехглазые. Батарианцы. Ух ты, Тали, молодец вообще. Давай. Ты задолбал. Кинь что-нибудь. Ну ты молодец, Гарус, конечно. Дробовиком не поспоришь. А что-нибудь есть у вас тут? Ну, по-моему, больше ничего нет. Вот это все ничего нельзя поднять. Подобрать и так далее. Какая-то панель, говорит, открыть. Что за панель? Где он ее видел-то? Наверху что-то там есть. А, это вон та панель. С кнопочкой. Наверху тут что-то вот есть. Взять все. Запыхался.
Ничего интересного нет, в общем. Отключить. Приборы показывают, что двигатель отключился. Это были вы? Вы меня слышите? Да. Я вас слышу. В чем дело? Кто вы? Меня зовут Кейт Боуман. Я инженер. Мы должны были доставить этот астероид на орбиту Терра Новы. Вчера на нас напали батарианские экстремисты. Мне удалось спрятаться. Похоже, они знают, что двигатель отключен. Не высовывайтесь. Я постараюсь как можно скорее отключить все двигатели. Спасибо. Свяжусь с вами, как только смогу. Что-то здесь есть. А я не могу навыки, кстати, свои улучшить там вообще. А, винтовочки, экипировать. Это у нас снаряжение. Это у нас журнальчик. Ну давай тогда. Отряд. Вот здесь вот посмотрим. Страшение, обаяние. Спектр. У нас 23 очка есть. Нормально так. Снайперку можем улучшить. Не могу. Бронька получше будет, пусть. Солдат, увеличит здоровье. Восстановит здоровье с небольшой скоростью. Обаяние. Вариант обижения, серм или наквание развит недостаточно. Так, устрашение. Обучение спектров. Оживлять героев этих спавших союзников, отлично. Героечку. Ну все, больше нельзя. Солдат, здоровье. Давай. Увеличит урон в ближнем бою, увеличит урон от оружия. Боевая подготовка. Броня. Пистолеты, снайперские винтовки не могу использовать. Штурмовые в основном. Ну и пистолеты. Ну, в принципе, что можно еще взять? Ну, я подумаю пока. Осталось распределение? Осталось. Дешифровка. А я что ее? А там не было же, на самом деле, дешифровки никакой. Ну да, тут нет ничего такого до шифровки. Это автоматически у нее. Окей, окей. Мне тоже автоматически. А, у него шлем даже есть. Прикольно. Будем в шлемах ходить. Она в любом случае в шлеме ходит. В общем, не могу я открыть. Шифровки какой-то мне не хватает. Эй! О, господи, я не хотел. Вас задело? Я в порядке. Щиты отразили выстрел. Я не пострадал. Я из войск Альянса. Капитан Шепард. Саймон. Саймон Этвелл. Главный инженер на этом астероиде.
Послушайте, у нас нет времени. Батарианцы включили реактивные двигатели. Нужно отключить их, пока мы не обрушились на Терранову. Там 4 миллиона человек, Шепард. Я... Моя семья там. Они живут в Вороносе. Мои дети и внуки. Приятный городок, хорошие школы. Я понимаю ситуацию. Отсюда батарианцы. А мне нужно отключить 3 двигателя. Мне нужно знать что-то еще. Один из двигателей окружен подрывными зарядами. По прибытии на орбиту Терра-Новы мы собирались заняться разработкой пород. Я снабдил их датчиками движения. Ваш танк моментально активирует их, так что придется идти пешком. Если подойдете слишком близко, они взорвутся. Идите медленно и будете в порядке. Отлично. Время уходит. И еще. Перед атакой, недалеко от участка, работала группа инженеров. Боюсь, они в опасности. Батарианцы безжалостны. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работает в космосе. Да еще варены. Не похоже, что они питаются только падалью. Не главная задача. Через несколько часов погибнут миллионы человек. И не надо рассуждений на тему, стоит ли пожертвовать немногими ради большинства. Но если вдруг вы их встретите... Да, вы правы. Двигатели — это главное. Извините. У главного комплекса находилось много инженеров. Но сейчас все они, вероятно, мертвы. Или в заложниках у батарианцев. Отлично. Время не ждет. Мне лучше идти. Да, пошли. Пожалуй, мне стоит затаиться на случай, если батарианцы вернутся. Удачи, Шепард. Теперь мы отсюда сможем уйти. Куда нам-то ехать? Что-то там есть, а тут я пришел. Ну, значит, туда куда-то ехать. Погнали. Там мы не проедем, ничего такого нету. В общем, газуем сюда. Не знаю, кто вы, но... Проклятие! Надо уходить! Чёртова штуковина! Слишком плохо. Смотрю, можно ли ее наладить. Не теряйте времени. Продолжайте. Что-то наверху там он. Что-то вопросик какой-то. Давай, газуй, газуй, газуй. Да, блин, управление у него, конечно, странное немножко. Вот жму вперед, он едет назад. Сейчас мы нитро врубим. Куда доехал я? Это что такое? Отмена. Выходим. Панацелин. И тут у нас это много рабочих журналов. Радио включу. Опасно приземляться так. Внимание! Грунтовой радар сообщает о наличии противотранспортных зарядов. Продолжайте путь пешком. Так, отживаю.
тут три было. Давай, вылазим, в общем, пошли пешачком. Снайперку достань, пожалуйста. Фиг больной. Что-то не пойму. Засел говнюк. Так. Я, по-моему, это был последний. Ну-ка. С них нифига не возьмешь, да? Обезвредить. У меня мин, что получается, обезвредил. Ну, судя по всему, да. Ладно, заходим тогда. Достаем оружие. Снайперчик, пожалуйста, нам. Чё за говнюк там? Давай, давай. Его. Где-то наверху летает еще. Что такое? Какая-то фигня. Еще один готов. На, вон он сидит, говнюк. Кстати, мы ничего не возьмем больше. Добили? Нет, двое летают.
стрелять. Все. Молодцы. Так, не прилипай, пожалуйста. Ну блин, прилип. Добейте уже его. Достал он этот дрон. Вы там? Не теряйте времени. Вы не на шутку их разозлили. Их главный приказал повсюду установить бомбы. Похоже, хочет взорвать комплекс. А ну-ка отойди оттуда. Не стреляйте! Прошу вас! А! Останавливает двигатели. Второй раз спрашивать не буду. Кажется, я. Разберитесь с этим и поживее. Уберите ее отсюда. Так, третий двигатель. Потом спасать ее надо будет. Пошли, пошли, пошли. Где мы там, драндулет? Усталость, говорит. Ну, туда, наверное, значит, нужно будет. Или туда наверх, куда? Вопрос. Туда или туда? Значит, туда и туда. Главный комплекс, реактивный двигатель. Наш двигатель там получается. Да, вот он, третий двигатель. У меня тут пушек нету. Есть, вон одна. А чё она молчит? Одна? Нифига себе, там сколько их. Давай, ворвем сейчас. Активируйте. Перегруз. Где-то еще одна. Заныкли куда?
ну все. Ага. Все, там вон еще одна. Наперечку достаем. Не, снайперка лучше. Выпустить. Так, отлипни. Отлипни. Откуда у них выпускают? Шмяк. Шмяк. Наверху есть кто? Наверху никого не вижу. Хотя должен быть. Молодец. Там на один остался говнюк. Всех замочил. Чё здесь пикает? Чё-то пикает, не пойму. Бежим, бежим, бежим. Вот если Mass Effect был бы от первого лица, я думаю, не такой бы эффектный был бы. Но фишка то, что он от третьего лица. Вот и вселенной. Ручное отключение. Забрал. Отключаем. Это был последний двигатель. Издевайтесь. Только хотел сказать, с наскока нужно. Нифига, не всегда. Теперь главный комплекс нам нужно попасть. Стой, где стоишь. Да. Не хочу лишний раз пачкаться в крови. Пистолет, пистолет. По
хотела меня убить. Ох ты какая. Ну убейте его уже. Сколько их тут? Зашел он тут со спины. Ох ты какой хитрюга. Убили его. Так, еще идут. Что ж ты такой живучий-то, говнюк? Выходи. И снайперки впритык. Куда это круто? Это хорош такой бой такой. Динамичный. Это плохо. Можно я его воскрешу? Подъем, Гарус. Спасибо. Нормально такая пестрелочка была в этой миссии. Ну туда. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пушек, обалдеть. Надо как-нибудь ныкаться тут, прятаться от них, что там многовато в основном месте скопления. Хорошо я стал.
никто не остался. Все. Йо, да. Это была последняя. А теперь заходим. Куда? Я забыл. Ага, сюда. Значит, правильно зашел. Что-то подобрал. Здесь какой-то компьютер. Ничего нельзя взять. Кто-то есть уже там. Достаем снайперку. Ух, сколько вот тут ног-то. Так, тебе лёг. А кто это, кто бьет? А можно как-нибудь оживить их? Ну, харе уже. Мощные какие-то пушки. Ну отойди, я это убью. Давай. Балдеть. Чуть чем-то не взрывает там. Молодец. Где-то наверху там. Где вот там, гады? Я вас не вижу. Гаденыши такие. Раз. Вот. Три. Не убил трех раз. Мощные пушки. Ты сюда идешь, ах ты какой. Дроны ваши задолбали уже. Дайте мне их всех убить. Раз,
Где там засранец? Пока целился, Талик убил всех. Молодец. Только ее пушку расстреляла. Ну. Добегался. Сколько их тут есть-то вообще? Я ж перебил, тут нормально так. Что это за гриб? Молодец, добил его. Гада такого. Добегался. Сколько их тут? Нормально их так пострелял я их тут уже. Гарус, ты там долго будешь лежать, отдыхать? О, молодец. Притык его. Вы люди. А вы не люди. Вы доставляете слишком много хлопот. Чересчур много. И это только начало. Так я и думал. Но Игорь, я улетаю с астероида. Если попробуешь остановить меня, я взорву эти заряды, и тогда погибнут и твоя помощь. Только через мой труп. Ты не уйдешь, Балок, после всего, что натворил. Что я натворил? Это ничто по сравнению с тем,
как поступили с батарианцами. Нас вынудили удалиться в изгнание, довольствоваться крохами. И так целые десятилетия. Это естественно. Но вы же отвернулись от совета. На что вы еще надеялись? Мы не отворачивались, нас вынудили. И не пытайтесь спрятаться за советом. Это все вы. Вы и ваши соплеменники. Единственная причина, почему мы оказались в таком положении. Ну, это несправедливо, да. Разве убийство невинных людей что-то исправит? У нас не было выбора. Иногда приходится специально привлекать к себе внимание, чтобы тебя выслушали. Чёртовы террористы. Так значит, Элизиум был способом привлечь внимание. Ну что ж, вы его привлекли. А когда мы ответили, вы сбежали как трусы. Теперь вы хотите снова начать эту войну. Хватит! Наверное, вы никогда не поймете. Вы не хотите понимать. Я не собираюсь тратить слова впустую. Если хочешь видеть друзей живыми, лучше отойди в сторону. Отпустить его и спасти людей. Или напасть на него. Да, попробуем напасть на него. Пошел нахуй. Таких террористов, как ты, нельзя отпускать. Делай, что хочешь, но это будет последнее, что ты сделаешь. Надеюсь, оно того стоит. С удовольствием выпущу из тебя кишки. Куда ты прилип-то? Обойти. Обойти. Ой, а тут не пройти. Это плохо. Там есть, там сбегались-то. Так, Гарус, ты там что не хочешь ставить-то? Только что его опять убили. И что за херня? Убил этого засранца.
Запрятался. Живуч какой гад. Сколько тебе надо в лоб? Все, наконец я их убил. Вы люди такие самодовольные, но вы не лучше нас. Я дал вам шанс спасти их, а вы отказались. Так кто же настоящий террорист? Убить его. Или предупредительный выстрел. Террорист, если я тебя убил бы. Ты чё, гордый, тебя убивать в принципе не стоит. Наверное, так будет правильно. Научись стрелять получше, если хочешь остановить. Наступит день, когда люди за все заплатят сполна. Вы так и не поняли. Думаешь, в этот раз будет по-другому? Нападать на нас — это самоубийство. Нет, только не в этот раз. Мы учимся на своих ошибках. Мы будем готовы. Со мной тысячи последователей, которые ждут своей очереди. Каждый из них с радостью умрет за наше дело. Ну, тогда умри. Достал уже. Еще издевается, гад такой. Это безопасно? Вы бы уже были мертвы. Вы были у всех на виду. Вас не застрелили. Но как вы считаете? Странно как-то. Я мог бы сделать что-то полезное. Я чувствовал, что должен быть здесь. Я же как-никак лучше всех знаю этот астероид. У вас получилось. Еще бы час, и курс астероида было бы невозможно изменить. Я сверил расчеты, Шепард. X-57 упал бы рядом со столицей. Это самый густонаселенный район. Но этого не произойдет, благодаря вам. Вы нашли Кейти и ее группу? Она мертва. Балок убил Кейти и остальных. Взорвал их камеру. Всех? Кейти? А ее брата? Всех-всех? Он в любом случае взорвал как бы. Такое могло он негодяй. Произойти? Я думал, вы... Разве нельзя было их спасти? Я думаю, он бы их в любом случае убил бы. Цена была слишком высока. Да, я бы мог, если бы отпустил батарианцев. Но тогда они повторили бы подобное с другой колонией. Или с двумя. Или с целым десятком. Да. Умом-то я понимаю, что вы правы. Просто сейчас довольно трудно мыслить рационально. Не сердитесь? Шепард, благодарю вас. За жизни моих детей и внуков. Думаю, я тоже здесь надолго не задержусь. Команды нет. Много дурных воспоминаний. Сейчас мне лучше вернуться к семье и провести некоторое время с ней. Но прежде хотелось бы кое-что отдать вам. Может, это вам пригодится больше, чем мне. Давай. У меня, как у главного инженера, есть кое-какое качественное снаряжение. Выбирайте, вы заслужили. Так, легкое, среднее, тяжелое. Дайте мне ваш уни-инструмент. Новенькое что-то такое, курьянская броня. А что за уни-инструмент? Давай. А у вас неплохой уни-инструмент. И дорогой. На него ваша благодарность тоже распространяется. Разве я могу отказать человеку, который спас мой дом и семью? Надеюсь, это вам пригодится. Что за уни-инструмент? Вопрос. До свидания. Будьте осторожны. Всего хорошего, Шепард. Мы многим вам обязаны. Уни-инструмент. Ученый. 5. Взять. Ну, посмотрим. Ну да, взорвали всех. Гады такие. Но я их убил все равно. Ну а что там, почему показывают, что там что-то есть? Не понял.
что-то ничего нету. Странно. Целин полный. Все, он теперь будет тут сидеть отдыхать. Ну и можно отправиться теперь обратно на, да-да-да, на нашу Нормандию. На этом моменте остановимся, продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, уведомления. Всем удачи и пока.